В хуторе «Оазис» 3 сентября прошло открытие второй очереди тепличного комплекса «Кубаньпродукт». Грандиозное строительство велось в рамках трехстороннего соглашения между инвестором, администрацией Краснодарского края и администрацией Северского района. Несмотря на такое тяжелое время, испытываем мы гордость сегодня, что создали такой прекрасный тепличный комплекс, с чем всех присутствующих поздравляю. Свою деятельность предприятие начало в 2014 году. И первую очередь тепличного комплекса открыли в 2018. Здесь наш губернатор, и как он сказал, хорошо, если слова не будут расходиться с делами. Так оно и получилось. Вы свое слово сдержали. Комплекс готов, уже, значит, скоро будет продукция, качественная продукция. Продукция вообще, которая выращена на Кубани, всегда является самой высококачественной. Процветание, благополучие вашему предприятию, стабильности, уверенности и, естественно, экономического роста. С праздником вас! Общий объем инвестиций, потраченных на организацию комплекса, составил 585 миллионов рублей. Хорошей экономики, хороших урожаев и достойной зарплаты всем сотрудникам. Глава района осмотрел комплекс. На 10 гектарах круглый год планируют выращивать огурцы и помидоры. Строительство тепличного комплекса велось по голландской технологии. Овощи выращивают по гидропонике, то есть высаживание растений в искусственную среду без почвы. Весь процесс полностью автоматизирован, и овощеводам остается лишь сбор урожая. В теплицах работает 38 человек, и все они – жители Северского района. Средняя заработная плата у каждого 35 тысяч рублей. Аграриев доставляют на рабочие места. Глава высоко оценил новый тепличный комплекс и подчеркнул, что открытие таких предприятий позитивно скажется на экономике района.